Прием, прием. В общем, это Бола, собственно, хаб, главный экран игры. Бола является нашим главным референсом по визуализации. Мы стараемся сделать интерфейс и восприятие арта похожим на Болу. Единственное отличие, наша игра не про футбол, а про лошадей и скачки. Тут мы видим стадион. Видимо, здание администрации. Здесь плакатик с нашей эмблемой футбольной. Музей, маркет и там городок еще недоступны по уровню. Здесь наша команда тренируется. Здесь они там, я не знаю, пьют. В общем, тоже к тренингам и к чему-то там еще относятся. Здесь большой бигборд с рекламой спонсора. И, собственно, мы видим еще улетающую рекламу по всему хабу. Вот сверху нужно оставить полосочку для этих информации об игроке. Ну вот, например, зайдем в стадион. Здесь мы видим интерфейс улучшения стадиона. Можем выбирать, какие конкретно апгрейды ставить, вот их стоимость и так далее. Потом, какую часть стадиона мы будем улучшать. Вот. У нас это все будет сделано во вкладке Upgrades, показано на концепт-скрине, точнее на скетче, который я вам дал. В общем-то, сам ипподром у нас будет приблизительно такого же размера, как здесь стадион. И там мы будем тренировать наших лошадей. Тут краткий экскурс по тому, что мы можем увидеть в Боле, чтобы понятно было, с каким интерфейсом мы имеем дело. Вот все простенько, понятно. Вот здание администрации. Здесь мы выбираем спонсоров, выбираем название клуба, цвета. Здесь мы переходим к игре. Турнир или против там друзей соревнуемся. У нас здесь приблизительно вместо этого будет запуск скачек. Там, где мы можем ставить свои ставки, выигрывать, смотреть на скачки. Меня никто не вызвал на поединок. Можем выбрать и вызвать друга. Вот. Остальное, в общем-то, посмотрите сами, если получится зайти на Facebook. А если нет, то, в принципе, этого достаточно. Все, спасибо за внимание.